Итак, всем привет. Что у нас очередная поломка, честно говоря, она очередная случилась еще до Нового года, в тот же день, как я забрал машину из ремонта. Но дело не в этом, дело в том, что я пытаюсь разобраться, а происходит очень интересная штука. Вот это я уже подразобрал модуль управления на водительской двери. Вот это кнопочки у нас блокировки дверей, блокировки окон. Это двух позиционные такое задние окна и передние окна, ну и дальше регулировка зеркал. Тут все понятно, что у нас происходит. Значит, у нас, ох, как красиво говорит, смотрите, я сейчас нажимаю на кнопку блокировки дверей, вот видите окно, да, то есть каждый раз, когда я нажимаю на блокировку двери, неважно, отсюда или с сигнализации, у меня открывается окно. То есть я пытаюсь закрыть машину, у меня открывается окно. Вот. С этой целью я разобрал блок, но тут, честно говоря, не вижу, что могло бы вообще выйти из строя. Вот. Соответственно, это либо в проводке что-то коротнуло, либо где-то еще. Где еще, я не понимаю, как с этим бороться тоже. Пока не знаю, если у кого есть идеи, буду очень признателен, потому что новый блок вот этот стоит 3800, но просто купить его и заменить, это, наверное, не выход. Еще мне интересно, что вот это болтается за фишка такая. Она просто болтается на проводе, вот она никуда не была подключена. Может, она откуда-то отвалилась, но здесь всего один штекер, он подключен. А это вот просто валялось там внутри в двери. Не очень понимаю, что это и как это работает. В общем, если у кого будут идеи, буду очень признателен. А так, пожалуйста, чудеса. Самое интересное, что все то же самое происходит, если мы закрываем дверь на сигнализации. Вот, открываю. Вот. Вот такая вот электрика. Так, тут у нас написано: будьте любезны, сделано в России. Супер. Всем пока, всех благ.